handicap spots. Are you handicapped? No. Well, what makes you so special that you can park in a handicap spot? Record me, I'll break your fucking phone. Yeah. You're on. Why? What makes you so special? Back the fuck up, what? Me. Back the fuck up. What makes back you the so fuck special? Up my car. Back what makes you so special back that you can park car. In a handicap spot? Back the fuck up my car. What makes back you so special? Fuck you! Oi! Putain ta! You see me behind? Excuse me? Gangsta, yeah? Fucking cunt! What the fuck? What the fuck is wrong with you? Это пиздец. Без номеров. Так, это вот их мне колесо отлетело. Так, вот ухо отвалилось. Ну вот, вот такое у нас. I hope you die tomorrow, by the way. Oh, yeah, nice, nice. You got it. You keep driving, honey. Go!
здесь работаю, я сейчас блядь. Козёл. Да это баба, сука, блядь. Он нахуй, блядь. Пизда, блядь, приехали, сука. Ну что, не слышно, блядь? За творожком побежала. Не аварийчик, ничего. Это, конечно, вообще пи***. Бросил машину посреди дороги. Счастливо. Не аварийки, ничего. И ушла за творожком. Вон она, в розовом. Помешать. Ты свой здоровый. Вот. Вот такой вот. Смотрите, как это все происходит. Она поставила. Смотри, пошла, пикает, закрывает, открывает. Вообще картина. Открывает машину, и садись спокойно в машинку со своим творожком. Просто представляете. Оставить тачку посередине дороги и пойти за творогом, блядь, в ларёк. На то и даже не спешит, смотри, двери открыты у него там, блядь, вообще. Хоть ты сигналку поставил бы. Вон на сигналку, на аварийку. Ну, он как на парковке прям себя чувствует, по ходу дела. Смотри. Он даже не собирается заводить её. А ну, пока пристегнул, вот, картины. Пока ключ ставит, зажигание. Ну, еврейка. Ну, и спокойненько. О, она и поехала. И подошла. Поехала. Куда? Она правила дорожного движения знает. Смотри. А? На зеленый горит что ли? Ну, буксом трогает. Бля! Дура, что ли?